Председатель Кабинета министров Чувашии Иван Моторин провел видеоконференцию с главами администрации муниципальных районов и городских округов Чувашской республики. Обсудили вопросы летнего детского отдыха, качество питания детей в дошкольных учреждениях. Отдельная тема – занятость ребят школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации. Министр образования и молодежной политики Чувашской республики Владимир Иванов отметил, что размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях варьируется от 50 до 90 рублей в день. К небольшому росту оплаты за детский сад привели новые нормативы Санпина. Соблюдать их обязаны все детсады. Особое внимание будет уделено так называемым трудным подросткам. Многие из них смогут не только отдохнуть, но и поработать. Практически 100% мы планируем, что дети отдохнут, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Их всего у нас 48 652 ребенка. Кроме того, у нас в 2015 году запланировано трудоустроить около 16 тысяч подростков, в том числе 50% из них находятся в трудной жизненной ситуации.